Добрый вечер. Мой дорогой мастер академик, самый главный. Дамы и господа, я имею честь вам представиться. Я новый посол Литвы в России. До этого я 40 лет работал в системе медицины. Я личный друг моего дорогого учителя Евгения Ивановича Часова недавно. Вот академик Воробьев, первый министр первого правительства президента Ельцина. Много здесь друзей. И потом я работал 4 года послом Литвы в Эстонии. Господа, Давай, пойдем. Идем вокруг стола. Это как врачу. Пахнет, а что мне так? Поближе. Да, вот, пожалуйста. Пожалуйста. И вы не стесняйтесь, пока я говорю, вы пробуйте. И 4 года был послом Литвы в Эстонии. Теперь 2,5 года послом в Латвии. Помним. Прекрасно помню. Девственники Латвии. И теперь уже, ну вот, 11 декабря будет месяц, как в России. Мы сегодня со всеми россиянами православской веры и других конфессий скорбим вместе с вами в связи с кончиной Алексея II, патриарха Москвы и всей России. Он имел очень большое влияние для духовного равновесия, духовного такого подъема и в Литве, и мы вместе с вами. Примите. И второе, сегодня прислал тоже соболезнование наш президент. Приезжает завтра, у нас правительство формируется новое и дают клятву новые министры. Так как министр наш не может приехать, приедет госсекретарь Министерства иностранных дел. Вместе будем завтра мы на похоронах и после похорон. Мы тоже с господином Мудрайтисом поезжаем по программе «Окно в Литву», поезжаем в Нижний Новгород. Далеко или недалеко? Мне говорит, быстро, недалеко. И разрешите пару слов сказать. Знаете, я как врач всю жизнь сказал, что жизнь — это мгновение, это короткий отрезок времени, пути и пространства. И мы своим напряженным трудом, своим преданностью даем имя и смысл этому мгновению. И большое вам спасибо за то, что вы поддерживаете слова, которые я часто говорю по-латыни. Turpe est in patriam vivere, patriam ignorare. Стыдно жить отчизне и забыть историю, не уважать историю. И сегодня вы под руководством нашего глубоко уважаемого господина Будрайтиса собрались и здесь, и утром. И я тоже могу присоединяться к всем тем чувствам, которые вы сегодня испытываете, и к этому мероприятию. И вот как раз 8-9 декабря, как я еще раз повторяюсь, господина Будрайтиса, его под инициативе в нашем посольстве, в доме Балтрушайтиса в Москве, происходит третье чтение памяти академика Владимира Топорова. Топорова. Ну, простите за
интонацию. Владимир Николаевич Топоров, ученый, энциклопедист, индоевропеист, балтист и очень известный и знаменитый филолог и философ. Его дар, его его дар как ученого, как энциклопедиста и балтиста есть дар и литовскому языку. Это многогодовые лекции, чтения и ученые работы, которые были предназначены для фильмес, для происхождения индоевропейскому происхождению литовского языка. Поэтому я, как посол литовского государства, в присутствии вас, очень благодарю впервые нашему дорогому Будрайку за эту инициативу. Аплодируем ему. За то, что вы сегодня своим присутствием участвуете и отдаете дань уважения столь знаменитому академику, который уважает не только Россия, Литва и во всей Европе, я хочу поблагодарить вас, что вы здесь. И знаете, как я говорю, на этом долгом жизненном пути, господа, мы давно друг с другом породнились. Среди нас чужих ведь и не найти. На этом длинном жизненном пути, коли ударишь, знай, ударил брата. Легко ли с такой совестью пройти? Ведь совесть чистая дороже злата. Эти слова я тоже от себя лично произнес в честь памяти дорогого академика. Дорогие коллеги, перед Богом мы все равны. И спасибо за то внимание, которое уделили инициативе Будрайтиса, и что мы сегодня вместе. Я вас поздравляю в посольстве Литвы. Благодарю и передаю слово нашему дорогому шефу этого мероприятия. Я благодарю всех тех, которые приложили много усилий к тому, чтобы эти чтения регулярно происходили в доме Балтрушайтиса. В первую очередь хочу Марию Завьялову поблагодарить, которая трудовая лошадка, очень много вкладывает. Ученую работу берет на себя и так переживает, исполняет. Я хочу поблагодарить Татьяну Владимировну Сибьян, которая также Татьяну Михайловну Николаеву, которая подносит, поэтому за эти замечания и фотковырки некоторые спасибо большое. И всем тем, которые собираются ежегодно вспоминать Владимира Николаевича, который был большим другом Литвы, который невероятно любил Литву, и мы ему очень благодарны. Благодарны за то, что он имел свой уголочек, маленький уголочек в доме Балтрушайтиса, и что он дружил с Литвой, и что он награжден литовскими орденами. И также является доктором Венецианского университета. Спасибо вам за вашу работу. Спасибо, что вы трудитесь так красиво на этом поприще. Я хотел бы попросить, может быть, Татьяну Михайловну после несколько слов. После подковырок мне уже трудно. Еще одну подковырок. Я не хочу, чтобы я была никогда. Ну, просто у меня не трудно. Я хочу поблагодарить вас, господин
института знаменовения, где Владимир Николаевич Топоров работал с 54 года. И в 58 году он выступил с докладом на международном конгрессе о родстве балтов и славян. Это был знаменитый их доклад, и он очень много внимания уделял литовскому языку. Он организовал балто-славянские исследования в нашем институте, уже 18-й выпуск выходит, и я благодарю вас от души и от всех присутствующих. Спасибо, а я в ответ вам могу сказать, что Будрайтес мне сказал так: Винкус, ты умеешь говорить так и я, но ты покажи свои возможности. Говорит, в этот день скажи такие слова. Я думаю, такие слова бы сказал и покойный академик. Я цитирую, что он говорит. Живу и горжусь, не думая смерти. Раскинув руки, падаю в траву. И если я когда умру на этом белом свете, господа, умру от счастья и удовольствия, что с россиянами нормально дружу. Екселенція амбасадора, уважаемый посол, дамы и господа, разрешите от имени Института литовского языка преподнести господину Винкусу, доктору Винкусу, как знает его вся Литва, такую книгу. Когда эту книгу вы напишете после своей каденции, чтобы все хорошие работы в ее не поместились, как в Библии Хилинского. Мы такую же книгу преподнесли и нашему уважаемому Будрайтесу, и с большой любовью следили за его деятельностью. И мы думаем, что когда он уедет, а думаю, в Москве это будет удар, когда он уедет, и не только в Москве, и в литовско-российской дружбе, то я думаю, что вы продолжите опекунство над конференциями, и чтение Топорова продолжится и под вашим чутким руководством. Всех благ вам желаю и такого же крепкого здоровья, как эта книга. Я сразу уезжаю встретить госсекретаря, с которым будем завтра на похоронах. Но я могу вам заверить присутствие, здесь присутствует и наш политолог, господин Лауринас, мадам Виктория, в связи с общественностью. Мы подтверждаем, что Литва открыта для нормального сотрудничества с нашим соседом Россией, географии соседей никто не упомянет. Нет огня без дыма, который иногда бывает, но наша задача – это дым рассеять, чем можно скорее. И я сегодня сказал тоже такие слова стихотворения, что если веришь, что жизнь не закончится завтра, не повреди. Я имею ни родным, ни далеким, ни близким имею соседей. Особенно близких, это не так тяжело, это проще всего. Спасибо. Спасибо. Я рад, что присутствие замгенерального директора литовских железных дорог. Если будет легко поехать, билеты у него. А я так, как из Латвии, еще раз всем латышам привет. Где в свете Латвии? Пожалуйста, пойдем к столу. Thank you.